Приветствую вас, любители инструмента, на нашем канале. У нас сегодня 10-я часть рубрики «Вопрос-ответ». Небольшой такой юбилей, уже 10 частей, 10 серий вышло с этой интересной рубрикой, с чем я всех и поздравляю. Не забывайте, оставляйте комментарии под данным видео, задавайте вопросы, и я буду на них отвечать. Ну, давайте продолжим. Первый вопрос. Купил вчера пресс-клещи CTK-12. Ну, соответственно, в них установлена матрица MPK-12. Хочу опрессовать наконечники НКИ с проводом до 6 мм. Сейчас обнаружил, что и CTK-12, и MPK-12 ограничены сечением 2,5 мм. Мне нужно обжать наконечники НКИ 6х6 на проводе 4 мм. А может быть, можно обжать 20 таких наконечников такими клещами? Или к ним купить другую матрицу? Что посоветуете? Что я посоветую? Матрица MPK-12 – это комбинированная матрица. Она предназначена как для наконечников НШВИ и НШВ сечением от 0,25 до 2,5 мм квадратных, так и для наконечников и гильз серии НКИ, НКИН, НВИ, НИК, НШВИ, ГСИ, ГСМ, ГСИП. То есть это одна матрица, которая разделена на две части. Одна для НШВИшек и другая для всех остальных наконечников, которые я перечислил. Ограничена эта матрица, да, как для НШВИшек с сечением до 2,5 мм квадратных, так и для наконечников НКИ, ВНКИ, вот этой серии НШКИ, НШПИ, то есть там тоже до 2,5 мм квадратных. Поэтому обжать наконечник, вот как вы пишете, НКИ 6х6, данной матрицы у вас не получится. Потому что она ограничена сечением 2,5 мм. Если вы даже это постараетесь сделать и, как вы пишете, хотите обжать 20 наконечников, там 30, 40, 10, 1, неважно, опрессовка будет неправильной. Во-первых, у вас будет повреждена изоляция. Во-вторых, сама внутренняя часть наконечника, вот эта вот втулочка, она у вас разойдется, разъедется. То есть это будет неправильная опрессовка. Долго такое изделие не проработает, но и внешний вид у него будет просто отвратительный. Поэтому здесь к вашему инструменту CTK вам необходимо купить просто матрицу MPK 0.1 и спокойно с ней работать, и будет у вас и качественная прессовка, и хороший результат. Переходим ко второму вопросу. Здравствуйте, где можно купить сменные матрицы для пресса PGRS-70? И бывает ли для этого пресса матрицы на 8 квадратов? Ну, смотрите, пресс PGRS либо PGR работает с матрицами сечением от 4 до 70 квадратных миллиметров. Это матрицы 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50 и 70. То есть априори матрицы 8 и 11, ну, в подобных наборах их нет. Потому что так же, как и провода с таким сечением нету, 8, 11, как бы наконечников данной серии нету. 8-х, там, 11-х, 12-х, 13-х сечений. То есть этого нету. Это стандартный ряд матриц для стандартного провода, стандартных наконечников, которые изготовлены по ГОСТу или по техническим условиям. А приобрести эту матрицу можно в сервисном центре. Обратитесь на сайт kvt.su, в раздел сервисного центра, и там вам подскажут, как это приобрести, как правильно сделать. Здравствуйте! У вас есть модель инструмента ШД-110НЛ. Есть ли к ним матрицы под М16 и под М18, круглые или овальные? Все понятно. Смотрите, в комплект этого инструмента Шнадыр 110 входит стандартный набор матриц. Диаметр этих матриц 10,5, 13,8, 17 и 20,5. Это перфоформ для М16 и для М18 на сегодняшний день, к сожалению, у нас нету, потому что ряд перфоформ, которые комплектуются в данный инструмент, они подбирались в соответствии с наиболее распространенными, можно сказать, применяемыми размерами. Видно, М16 и М18 в данной серии он не очень распространенный, как, например, те же самые 10,5 там, и 20,5. Поэтому на М16 и М18 у нас, к сожалению, перфоформ нет. Переходим к следующему вопросу. Здравствуйте! Набор отверток серии Slim NEO 3305. Хотел бы узнать, что это за серия. Давайте немножко расскажу. Смотрите, в последнее время у нас на электротехническом рынке все чаще появляется, все больше даже появляется современного оборудования. Те же выключатели, розетки, клемники, ну и так далее. В этом оборудовании глубоко утоплены в корпус винты. Обычной отверткой мы подлезть не можем. Мешает изоляция на самом стержне. То есть
диаметр изоляции на стержне превышает диаметр отвертки, то есть диаметр отверстия, и изоляция упирается в края посадочного отверстия, и жало не касается винта. Для монтажа такого оборудования специально разработана серия Slim от компании КВТ. Она с зауженным диаметром стержня, который интегрирован в сам стержень, и получается, что диаметр жала равен диаметру стержня. Инструмент он сертифицирован по стандарту ВДЕ, работает до 1000 вольт. То есть, что у нас получается? У нас есть жало отвертки, есть стержень, и вот диаметр между ними совпадают. И ей удобно такой отверткой подобраться вот как раз в эти углубления и работать с винтами, которые глубоко усажены в оборудование. Ну, наверное, так я отвечу. Переходим к следующему вопросу. Хотел бы узнать, не нашел видео по теме очки, и также нет видео на некоторые модели сумок. С чем это связано и будут ли по данным темам обзоры? Потому как обзоры помогают определиться с выбором. Смотрите, в конце каждого года мы формируем план работы по темам. Ну, не только которые касаются видеообзоров, потому что да, ряд моей работы он значительно больше, и он превышает ту часть, которую я, допустим, посвящаю видеонаправлению. Поэтому... Если у вас есть какие-то предложения по видео, вы их направляете, оставляйте в комментариях. Мы их рассмотрим, ставим наш план на следующий год. Но также вы знаете, что при появлении какой-либо новой модели мы делаем видеообзор вне зависимости плана. То есть у нас идет внеплановые обзоры. Но вот что вы не нашли на сайте, не знаю. У нас на сегодняшний день на YouTube, на YouTube-канале завода КВТ более 250 видеообзоров на различные темы. Это и кабельная продукция, термоусадка, инструмент, и различные мероприятия, которые мы посещаем, выставки, конференции. Вот рубрика «Вопрос-ответ» там также присутствует. Поэтому мы только развиваемся. У нас еще куча видеообзоров намечено. Пишите то, что вас интересует, а мы уже тогда рассмотрим. А про очки и сумки все у нас появится. У нас еще следующий год, не забывайте. Дорогие друзья, любители инструмента, давайте закончим на позитивной ноте. Впереди у нас самый долгожданный, наверное, самый волшебный праздник, который случается раз в год. Да, впереди у нас Новый год. И подводя итоги этого года, я хочу сказать, наверное, в первую очередь спасибо всем вам, всем тем, кто был с нами в течение этого года. Всех новых подписчиков, которые выбрали нас, которые этот год провели в команде КВТ, я, наверное, так скажу, потому что каждый из вас для нас это не просто клиент, это часть нашей команды, потому что именно вот эта вот наша такая вот структура, она именно формируется из всех участников. Поэтому каждый из вас – это некая частичка, которая позволяет нам работать, двигаться дальше, разрабатывать, совершенствоваться. Поэтому здесь нельзя говорить, что есть мы и есть вы. В целом мы одно единое. Мы – команда. Команда любителей инструмента. Команда тех, кто делает, и тех, кто его использует. Поэтому… Спасибо за то, что вы с нами, спасибо за то, что вы подписываетесь, что вы нас смотрите. Впереди действительно много всего интересного. И на самом деле все то, что нас окружает, зависит именно от нашего внутреннего настроения. Как мы себе внутри дадим установку, какую, точнее, установку мы себе внутри дадим, именно такое окружение и будет вокруг нас. Поэтому помогайте друг другу. Заботьтесь о друг друге. Пускай следующий год у нас будет такой год милосердия, когда мы будем помогать друг другу советами. Мы будем своей стороны устраивать конкурсы, как это мы сейчас делаем, да, от компании КВТ, розыгрыши. Мы будем для вас создавать новые рубрики, интересные, по действительно интересным направлениям, где мы будем обсуждать инструмент, где мы будем учиться вместе, изучать что-то и постигать
новое. А, не забываем о том, что у нас стартует первая вебинар-площадка, первое обучение, где я буду знакомить вас с нашей продукцией через вебинар-занятия. Поэтому группу я сейчас сформирую, собираю. И о ближайшем занятии я скажу на своей страничке, на страничке завода компании КВТ. Поэтому давайте будем все вместе. Любите друг друга, заботьтесь друг о друге. Берегите себя и мира, и здоровья всем вашим семьям, родным и близким. Всем пока. Увидимся в следующем году.